Так сказал Шпул. Ёлка, да круто ты первым напишешь. Тебе ответят в ответ, а что ж вы первые не допишете никогда? Почему я должен писать и в ответ получать ваши слова? Что это за общение? Что это за дружба? Я не пойму. Может, это тренд такой, я не въезжаю в него. В этих современных понятиях я фишку не люблю. Я человек старых понятий, я ускульный пацан. И я привык за брата всех считать. Чтобы дружить, чтобы общаться, чтобы на связи быть. Кто-то скажет, что я старомоден, да, я по факту таков. Ну что стало с вами, скажите? Вас раскладывает этот глобальный интернет. Эти тупые игры, какие-то общения. Общение на связи, на бабках, на взаимовыгодных контрактах. Вот, все что надо вам. Я устал общаться с такими людьми, для которых выгода важнее. А придешь к ним на канал, посмотришь 300 подписчиков и пара на стриме. Нет никакого общения, нет просмотров. Зато есть левые дизлайки, да. Такие нынче, видать, люди пошли. Как я устал слышать глупые слова. Как я устал от таких людей, от таких друзей. Шкур стало больше, нормальных девчонок мало. А настоящих братьев можно только увидеть в фильме «Брат», «Брат 2», еще Сергеем Бодровым в каких-нибудь фильмах. Жалко все, что это экрана, жалко. Жалко, что в жизни все не так. Жалко то, что не умеет в фильмах порой жизнь передать, как есть. Там показывают, как видеть хотят, а как в жизни. Как брат предает брата, как кидает его в вот. Про что можно сделать кино? Да, любовь тоже состоит из злобы, предательства, гнева. Да, такая жизнь, такие мы. И ничего нас не изменит, кроме идущего судить нас Иисуса Христа.